Привет, привет всем. Еще такой момент. Стыдно, что бомбите Украину. Вот вы знаете, что не хочется с вами в полемику никакой выступать. Леха, вернись на проект. Так, здорово, Лех. Да, привет. Кульбаракович. Вчера, в общем, я не смотрю телевизор, да, и попал на 60 минут Соловьева. Я вообще аполитичен, ну, как бы против вообще войны, и я за мир. Но когда политолог, сейчас я скажу, как его фамилия, секунду одну. Вот, все, Михеев Сергей, политолог, да, на полном серьезе начинает высказывать мысль о том, что да нам нужно просто там, бомбить, короче, Украину, невзирая на мирные, ну, мирных жителей, да, и это идет по центральному у нас телевидению, как я считаю. Я просто, мне хотелось ему задать вопрос, он долго там так эмоционально рассказывал, да, я ему хотел задать вопрос один, ты понимаешь, мудила, что армия, вот солдаты, да, кто воюет, кто руководство именно военными подразделениями. У нас 40% у россиян, да, родственные связи с Украиной. И ты, мудила, призываешь тех людей военных, которые находятся у власти тоже, чтобы они хуячили своих троюродных племянников, бабушек, дедушек, да, вот хуеплет ты, блядь, Михеев. Соловьев тоже. Ну, я к Соловьеву так нормально относился. Вчера высказал такую же мысль. И все сидят, блядь, Шахназаров, Карен. Я не знаю, Карена уважаю очень сильно. Но наверняка он имел противоположно-диаметральное мнение вот этого Моисеева, блядь, или как его там, политолога. И Соловьев на полном серьезе вчера говорит то, что поддерживая этого, блядь, мудака. Я вот понимаю Владимира Владимировича, да, который не хочет кровопролития мирных жителей, да? А вот этот политолог, он просто забыл историю от Александра Невского до Кутузова, Великую Отечественную войну, Афганистан, да? Где главное качество и оружие нашего русского солдата было сострадание к противнику своему. Тем самым мы и славимся, тем самым и сила, и мощь нашего русского государства заключается в том, что мы, ну, сердобольные, мы эмпаты, мы, блин, относимся к людям с пониманием. И Соловьев на полном серьезе говорит такую вещь, то, что допускай лучше, блядь, нас бояться, чем над нами смеются. Как хорошо, сука, что вы просто, блядь, пиздоболы телевизионные, а вы не являетесь теми людьми, кто действительно ответственен, да, за какие-то такие действия, связанные с насилием. В натуре мудачью. У меня есть друзья, товарищи, кто сейчас там находится в спецоперации, да. Ни в коем случае, ребят, ну, я знаю, что у нас руководство именно генерала, они, блядь, с головой люди, и никто не будет там уничтожать мирных жителей, да. Я не знаю, и хотелось бы вот этому политологу сказать, идиот, когда 3 человека умирают, да, и 3000 человек умирают, есть разница для тебя? Вот, ну, просто есть разница. Мне кажется, даже 1 человек умирает, когда, и, ну, понятно, что вы это называете статистикой, да, то, что когда 3 человека умерло, это, ну, скорбь и сожаление, а когда 3000, это статистика уже. Поэтому, ну, у меня негодование 17 октября на ИУ. 17 октября у меня у сына день рождения. Кстати, сыночек сегодня у меня с дочкой вылетают из Стамбула в 16:10. Мои хорошие. Вот, хватит, а то до них дойдет, выгонят из страны, а так ты прав, молодец. Да мне вообще похуй, никто меня не выгонит, я быт русский. Живу здесь, моя страна. А вот таких вот, ну, публикантов, блядь, политологов, нахуй, короче, ну, не знаю, там, жесткие какие-то слова, наверное, мне хочется сказать им, на долбоебы. Историю изучайте, государство российское, блядь, ну, начните хотя бы с малого.
Так что я сохраню этот эфир. Не знаю, насколько он будет там эмоционален, не эмоционален, но просто сам факт того, что происходит такая херня. Понятно, что есть партия войны у нас, да, партия мира. Есть люди, кто поддерживает это, есть кто против этого. Ну, в общем, мое мнение вот такое. Все, друзья, пойду, короче, я сейчас Артурчик. Артур, а сколько время еще есть, а? Да нет, мне надо ехать уже, я не могу подвезти человека, ну. 14:10. Часто. Ай, уже полтора.